Всем привет, с вами Сони. Друзья, покатаемся сегодня маленько в Drive Club. Итак, выбираем очередной какой-то тур. Будем проходить, наверное, все подряд. Что у нас опять? Хэтчи будут. German Sports Series. Что нам тут предлагают? Нам тут предлагают покататься. Три гонки, судя по всему, на немецких автомобилях. О, тут уже есть поинтереснее. Тут уже вон BMW M235. А, есть Audi RS5 купе. Чуть мне кажется, что RS5 будет как-то покошернее. Вот мощности. 320 коней, 450 коней. 360 Мерс, 355 Audi. Конечно, я возьму Audi RS5, это же очевидно. Кстати, а масса-то какая? Ну да, она тяжелая, конечно, но это крутой довольно-таки спорткар. Давайте покатаемся на Audi. Настолько он в цвете, не будем заморачиваться. Автомобиль весьма такой стильный. Даже в родном цвете. Надо только переключить с интермедии на телек, чтобы меня это сильно не парило. Поехали теперь, ребят, что-то погоняем. Так, цель. Три гонки, походу, будет у нас. Занять одно из трех мест. И время круга не более минута 13. О, прикольно. Прям как Willow Springs, кстати, чем-то похоже. Дорога такая широкая, я смотрю. Ну, красота, чё? Поехали. А тут можно даже подруливать еще. Воу-воу, поехали. Будем как на этой машинке настоящей, подруливающей рулить, и не будем париться сильно. Трек мне чуть мало знаком этот. Кстати, народ, по поводу того, что вы просили погромче сделать звук, ну, я это как бы вроде бы сделал на 20%. Хоть я разницы не слышу, честно говоря. Хотя в настройках заходил, менял. Опачки! Как мне не хочется тараниться здесь, но здесь как-то вот часто не получается без аварий. То боты вот как сейчас догоняют, то еще что-то. То вот так вот они оттормаживаются. Но на самом деле я еще трека не знаю. Тут и мне было бы неплохо оттормозиться. Но за счет того, что я трека не знаю, как-то так и получается, что мы фигарим друг друга. Слишком уж. Так, вот, я смотрю, вы что-то так подразогнались неплохо. Оп-оп-оп-оп. Давай-давай-давай, оп. Позицию отбили, чихо. Они так оттормаживаются резко, обосраться можно. На самом деле. Так, шестая позиция из 12 у нас. На первом круге. Впереди еще два круга есть. Но мы должны затащить. Что-то как-то постараемся уже. Я даже торможу, меня даже в жопу догоняют, слышно. Кочегарим, 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 ну-ну-ну-ну-ну. Странно, автомобиль этот самый мощный вроде бы среди всех, но чё-то все остальные едут как минимум немедленнее. Давай-ка по внешнему. Не-не-не-не, не пройду. Не прошел. Даже потерял позицию, твою мать. Тут уже так повеселее становится сложно, я смотрю. Ай-яй-яй. Давай-давай-давай-давай. Шандара. Офигеть. О, прикольно, я думал, что нельзя ездить по обочине. А так можно маленько пробу поместить. Так, ну третье место меня устраивает в целом. Этих двух товарищей мы сейчас будем что-то пытаться нагнать. Очень так чувствуется хорошо снос передней оси на автомобиле в драйв-клабе. Мне это очень даже нравится, честно говоря. Но на суперкарах ездить здесь сложно, прямо так и скажем. А на реализме вообще невозможно. Он хоть тут не реализм, а скорее долбоебизм. Ох, нифига! Да ты борзый, я смотрю, Вась. Во, тут уже боты совсем на другой скорости. Вы видели, как он на торможение именно прям в поворот влетел бор? Удивил. Реально удивил. А, ну. По внешнему, не-не, тут быстрее все равно не получится один хер. Тут такой, смотришь на карту, вообще как будто поворот будет направо, а он налево, собака. Баба! Чё-то я, блин, дрейфую, не успеваю нагнать. Япона, мать, я слился, ребят. Вот и нагнули-то меня. Нагнули, реально. Второй. И то.
Заново, ёб твою. Подтвердить. Поехали. Не, нас не устраивают такие расклады. А, это ж типа турнир был. Надо было ехать. Ну да ладно, погнали. Серьезные товарищи? Интересно, тут как-то окна можно опускать? Надо будет глянуть на стройку. Чтобы было лучше слышно улицу, так сказать. Спасибо тебе, Мерседес. Оттормозился так нормально. Был прокатан. Опачки, в притирочку. Опа. Так, четвертое место. Но это уже веселее, прям с первого круга. Бодренько, на полном газу. Только вот здесь вот. Вот так вот на полном газу мы с ракотан догоняем грудка. Винтиболки, мать вашу. Я не знаю, как так сделано, слушайте, какой-то баланс странный. Куда более слабые автомобили, а реально составляют хорошую конкуренцию. Чувак, ну, походу, боты не видят то, что мы тут есть во внутренней траектории поворота под апексом. Просто в бочину пихаются. Так, сейчас они будут меня, видать, там под типа слипстримом атаковать так бодренько. Как в прошлый раз влетел Мэрин. Не, нифига, нагнали. О, есть мой шанс на втором круге. Выбиваемся вперед, двинь булки. Я уже и трек так чуть подучить успел. Или под этой шпилькой. Они меня нагнали тогда. Давай. Отлично. Так, а вот теперь на полном газу и по тормозам. Прикольный трек. Мне он реально чем-то вот внешне, такими вот поворотами довольно-таки быстрыми, напоминает Dead Valley. Либо этот самый, господи, как он там забыл, Gran Turismo, тоже трек есть. Willow Springs, ёптвою. Давай, отлично, удержались. Очень классно чувствуется снос автомобиля боковой и стоп передней оси. Прям на руле это, ну, офигенно передается все на руль. Через Force Feedback. Очень круто. Похвально. Так, держимся пока. Шпилечка. Здесь, наверное, на этой шпильке на заднеприводной тачке можно было бы нехило так задрифтить. У меня такое странное ощущение. Оно... Вообще неплохо. Отлично. Ну чё, пацанчик, догоните? Или фиг там правда? Кстати, а это же есть заднеприводное авто, а чё ж он тогда бочком так не валит? Ну да ладно. Или полноприводный, Quattro RS5, наверное. Фух, финиш. Ну, со второй попытки чё-то затащили. Надо, кстати, доехать первый раз до финиша, насыпали бы очков, я сделал бы рестарт и ещё получил бы очков. Ну, лопухнулся. Поехали дальше. Побил я, конечно, машину. Чё, всё? Продолжить. Не, по идее, должны быть ещё гонки. А, да, вот, ещё впереди три гонки будут. Путре, что-то там. Так, все то же самое, только нам еще нужно 241 км/ч развить скорость, не менее. Видать, в каком-то промежутке надо будет развить ее. Ну, так это же те же яйца, только в профиль. Тот же трек, что ли? Поехали. Отлично. А, это просто развить скорость 241. Ну да, с этими упырями. Твою мать. Разобьешь тут какую-то скорость. Тут разобьешь машину скорее, чем скорость разобьешь какую-то. Да ладно вам, скучаться. Во, вот здесь вот на шоссе есть маза. Вообще не парятся боты, короче, то, что есть мы. Это печально.
что они не реагируют. Отлично. Да, то полноприводный, судя по всему, по своему характеру. Так, вот здесь надо бы пошел, не обошел, его притормозить. Нормально, нормально. Воу, Вася, ну что ж ты так некрасиво. Так, ну я все еще не сделал тот челлендж, или сделал? Нет. 184 максимум было. Во! Давай, давай, давай. Блин, а где ж тут можно разогнаться там на такой машине? Сколько мы там будем? Тормозят они пипец. Не, ребят, 234 был максимум пока. А надо 241. Круто. Прям челлендж, челлендж такой. Нафиг, нафиг, нафиг все. ДТшка у нас лидирует. Пихалова. Феерическая. Проходим ее. О, вот, вот на этой прямой есть шанс, что я разгонюсь до нужной скорости. Вот я 220 где-то пулю. Давай! Ну! Есть! Но мы с этой ТТшкой тут, блин, да что ж так передняя ось у этих машин гуляет адски. Очень передняя ось гуляет. По стабильности маловато у машин. Так, а у меня... О, это даже ж не кольцевая, это просто 100% проехать надо. Нифига, раемся вперед. Расслабляться некогда. Так, я первый, вроде бы. 73%. Да, я первый, только тут пихается, разбили мне он окно. Шандара. Давай, на пониженную. Теха меня сделала. 80%. Под тапиксом пролез. Воу, нихера не вижу. Слепит-то как. Солнце. Хорошее освещение в игрушке. Так, сейчас они по слепстримам будут меня давить неплохо. Пролез. Здесь, бляха, без всякого реализма. Реализма столько, что пипец в плане заноса машины. Отлично. Шел я. Вперед. Давай, прямиком на финиш, отлично. Победа. Красивенько, конечно. А чуваки ничего такие боты. Вот это вот ТТшка и БМВ 235-я прессовали, будь здоров. Будь здоров, реально. Едем дальше. Все звезды собираем, пока что все отлично. Что нам дальше предлагают? Ценитель спорткара, отлично. Аккуратный водитель. Вряд ли это про меня. Тут даже за аккуратность, видите, тоже поощряют. В принципе, это правильно и хорошо, наверное. О, я там среди друзей был не первый. Я что-то быстро клопнул. А, все, что, все, две гонки? Я думал, три их будет, ладно. Движемся дальше. Scotland Open Knoch Ravens. Или Kinloch Ravens, как прочтешь. Да, Kinloch Ravens. Ну окей, поехали. А, одна гонка у нас, три челленджа будет. Так, на какой бы машинке мы сегодня проходили? Можно на Lotus Evora проехаться, можно на ТТшке. Мы не катались, тут что еще? Бумер 135. Поехали на 135 бумере. Покатаемся. Прикольно то, что идет группа челленджей, и под них какая-то одна группа машинок, и можно на всех покататься. Это неплохо, я считаю. Здорово. Красавчик бумер. Надо было такой черный цвет его какой-нибудь покрасить. Ну, цвет BMW, все дела. Так, занять одно из первых трех мест. Время круга минут 41. И что-то там третье еще было, я не успел прочесть. Погодка что-то у нас... Не, нормально вроде бы, просто паспортом. Я не знаю, когда мне снимать Drive Club. Вот именно в Drive Club особенно из-за скачков все очень чувствительно. Тут и DualShock, то DualShock отваливается, блин, то руль сразу перестает все пахать. Короче, бред полнейший. Так, мне было бы неплохо сейчас чисто все-таки выполнить гонку, насколько это реально. Ботами, я думаю, что это мало реально, честно говоря.
твою... Пиздец. Делаем опять рестарт. Тут машины, блин, вот так вот их закручивает. Я не понимаю, какого хера? Где держак, твою мать, аркада или чё? Что-то у меня тут в Шотландии беда какая-то. О, меня еще и нагоняет так бодренько сзади. Товарищи. Вот эта вот херня и воры, и что это, она реально странно стартует вот постоянно. Ни разу еще не видел, что она адекватно ехала. Начинает колбаситься что-то. Так, бумерок, давай ты сейчас будешь ровно что-то ехать. Козел! Пиздец! Да нахер, едем! Давай, едем! Ну как я мог реагировать, когда он прям перед вообще поворотом на какой-то хер непонятно оттормаживает резко причем. При том, что там на полном газу можно было проехать, ну стопудово. Чистый круг я тут вряд ли выполнил. Это, блядь, невозможно, чтобы сделать победу здесь и чистый круг выполнить. Просто инфосотка. Ну это сделано типа шок-челлендж был такой нормальный. Мне логичнее было бы, чтобы выполнить этот челлендж, подальше от них держаться. Бумер этот нервный очень. Прям очень нервный. Не лучшая машина. Блин, ну что они делают, блин? Чтобы чистый круг выполнить. Либо вырваться вперед и быстро ехать. Либо просто это невозможно будет. Потому что не я, так меня боты зафигарят. Просто стопудово. Не видать нихера. Так, ну чё? Попытка не пытка, но блин, с этими упырями мне либо сильно оттормаживаться нужно будет, а тут некуда сунуться здесь, чтобы быстро пройти. Вот, допустим, вот этот поворот. Нет, тут нормально еще. А вот дальше там будет на высокой скорости уже. Чистый круг, вон он, желтенький. Тэшка, давай ты только не будешь болтаться. Чё-то я... Чистый круг ещё не испортили. Да блин, ну... Ублюдки! Мне надо их обгонять срочно за этот круг. И тогда проблем точно не будет. Надеюсь. Ну, пиздец, не я так меняю, же врут, охонят. Рука-лицо! Отвечаю. Нахер, 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 нахер. Вот я сейчас так бум от вредности. Все, теперь как можно подальше от них. Отлично. Не-не-не, блин. Машина пипец капризная. Это BMW. Ужасная что-то она какая-то. На поворотах именно. Очень сильно идет в занос, и хер потом поймаешь. О, прикольные шарики. Шандарах. Иди нафиг. Очень близко и тем самым меня нервируют. Чтобы я когда притормозил, меня в строкотан они так чисто случайно не догнали. Ну чё, поехали. А чё? А, минута 41 еще и время надо. То есть мне еще и надо пипец как быстро проехать. Ага. Круто. Не знаю, насколько это будет реально. Так, круг все еще чистый считается. Я иду первый, я неплохо оторвался. Но, блин, это же слипстрим читерский. Да, вот так вот поспокойнее. Темно стало, пипец. Ну, прикольно, время еще меняет, время суток. Но только свет, если бы еще включался, бы какой-нибудь дальний желательно. Было бы вообще отлично. Блин, ублюдок прям сзади, буквально.
То есть, видите, тут не то, чтобы надо первым приехать. Тут надо, блин, челленджи выполнять, охренеть какие. Довольно таки. Догоняет. Последний поворот резкий. Давай. Так, время, минута 33, 34, вижу финиш. 37. 40, мать твою. 41 я все равно не взял. Фух. Жопа. Так, ну две звезды у меня есть, но меня это что-то мало устраивает, я вам так скажу. Не более минута 41. Сколько? Целая секунда. Попробовать еще раз, что ли? Тут владельцев BMW. Не понравилась мне эта BMW, я честно скажу. Какая-то она, блин, очень уж нестабильная. И хер ее словишь потом на дороге, чуть что. Опачки. Поздравляем, получили доступ к объекту RUF RT12R. Жалко, что не Porsche. Тут опять же RUF эти автомобили. Ну круто, что нам дают RUF. Давайте еще раз, наверное, попробуем начать заново. Потому что я хочу взять все звезды. Че мне их все три... А не, нифига, мне теперь только время. Все, можем не париться. Теперь надо быстро проехать. Ну все, сейчас я это сделаю. Это так проще, чисто рейсер. Нужно было бы все звезды заново собирать. Вот это была бы жопа. Чигарик. Но челлендж такой, прям бросает вызов, реально. Ну, на полном газу. Можно пройти? Можно пройти, смотрите, они тормозят пипец. Вот, зачем они это делают? Такая машина нестабильная у меня и довольно-таки. До свидос. Я сейчас первого же круга поставлю этот рекорд. Постараюсь. Чувак. Пардон. Но я спешу. А ну мяу. Офигенно круто здесь гонять. Да ладно тебе. Машинка с причинкой. Воу-воу-воу-воу-воу. Пам. Могло бы быть и страшнее, конечно, но все равно неприятно. Время. Не успеваю. Не успел. Полторы секунды где-то. Да, полторы секунды. Примерно. Ну лады, учитывая то, что мы с места как бы трогались. Время, наверное, неплохое. Сейчас есть хороший шанс взять все-таки нужный тайм и доехать. Хреновенько. Чвырло догоняет на Audi. Ой, нет, рано я переключился. Реально мало звука машины. Круто. Ох ты ж. Твою мать, как у меня руль крутит. Да. Ну, видать, время мне уже не взять, то, что я хотел, но у меня будет еще один круг. И если я на нем зафейлюсь, это будет печально. Отлично, удержали. Хотя вы знаете, есть масса, что я успею все-таки. Давай. Нет, не успел. Вот тут фейл, короче, все и наломал. Окей. Ж.
жесть-то какая, жестко. На полном газу. Опа, дапикс, отлично пролетает машина. Так хер тормозит там, пацаны, расскажите мне. Зачем вы это делаете? А вот тут что-то вот как-то вот не очень чувствую в этом повороте машинку. Надо, короче, стараться все-таки все звезды взять. За это, может, платину какую-то завезу. Или за что там ее заводят? Но мне нельзя допустить, чтобы машину эту понесло окончательно, как в прошлый раз. Так что надо с понижениями быть поаккуратнее, вот опять. А если в занос летит, это жопа, ребята. Поймать очень и очень сложно. Давай, 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 есть все шансы. Время, мать твою. Ну, да. Вроде бы взял. Там 40 с половиной было где-то. Ух. Жопа. Давайте, покажите мне, что... Да, все звезды. Сами видите, ребят, геморройненько уже так. Надо хорошенько треки учить, к автомобилю привыкать. А среди друзей я все равно был пьян. Нифига себе, кто-то тут за 5.02. Явно на другом автомобиле проехал, мне так кажется. Или на этой же гонке. Если на этой же гонке, то, конечно, ну не знаю я. В общем-то, я и сам несся так. Ничего для этой машины. А звук, пока я не забыл. Параметры. Где у нас звук? Давай. Оп, нет. А, 130 максимум. Эффекты 130. А вот тут может быть есть громкость звука своего двигателя. Плюс 2 дБ даешь. Не надо чужих много слышать. Прикольно, тут можно прям настраивать эффекты и чего угодно. Громкость фоновых, звуков соперников. Класс, звуки в салоне. Внутренние, внешние. Внутренние, конечно. А, ну вот, внешнее можно сделать, если это самое, перестроить немножко. А видать, окна опустить тут вряд ли можно. Ну, да. Жалко, конечно. А ну, так поржать. Drive Club. Руль. Где там у нас помощь при рулении. Нахер она нужна, выключена. Так, раскладка кнопок. Вот. Повышение, понижение передачи. Задний вид. Режим обзора, тут даже ДРС есть. Что такое терс, интересно? ДРС на треугольнике. Мне было бы удобнее на L2 ДРС, честно говоря, как я привык. Реально ли это сделать? L2, вот, как у меня на F1. А керс это чё? Не знаю, короче, ладно. Задвиг режим обзора. Ну все, в общем-то, ничего тут такого больше нет. Поехали еще где-то прокатимся. Уже как бы серию надо заканчивать. Ладно, еще одну гоночку выполним. Какую-то. Сесть за руль. Бомбовая игра, реально бомбовая, очень классно. Я смотрю, и вам очень нравится, хорошо лайкаете, и это хорошо. Что тут у нас дальше? На чем мы сейчас поедем? Опять немцы у нас. Я предлагаю, вот, есть, предлагаю на ТТ, я о ней сейчас и думал прокатиться, то как раз вот эти мне на что-то не очень заходит. Давайте по выбору что-нибудь, что тут есть. Мне вот ТТшка нравится в желтом, в зеленом цвете каком-то цвете. В желтом, ничего вроде. Хотя в зеленом даже круче, кажись. Белый, с полосами, которых не видно. Розовенькая, гламурная такая скотиняка. А это чё? Тоже ничего. Классные раскраски. Вот такой вариант крутой. Короче, уже что-нибудь. Мы, в принципе, эту машину так видим, честно говоря. Вот такую желтую я хотел. Поехали на желтый. Желтая ТТшка. Сказка. Файт. Так, что за трек? В горной местности вот этот вот. Где он там находится, один хер знает. Ну, посмотрим. Будем надеяться, это не совсем этот зимний. Или это совсем зимний? Это совсем зимний. Вот он, кстати, такой сложноватый, честно говоря. Вот трек. Ну, красота неописуемая. Погнали. Оу! Печалька. А что мне там? Поединок дрифт. Одно из двух первых мест. А, еще и время. 3.18.
дрифт на ТТ на полном. Вот что ж вечно то передний привод, то полный привод нам предлагают дрифт запилить. Это ж не круто. Вообще не круто. Двинься, Вася. Красивенький тоннельчик-то какой пролез. Офигеть, красота какая. Блин, ну графоний, конечно. Реально завезли. На ПК-рне, наверное, блин, даже титаны бы сбывались бы. От такого графония. Воу-воу, пацаны, вы что так разогнались, я смотрю, 3-4%. Ха, это мне надо за время одну гонку эту проехать, а у меня старт был еще и новый. Отлично, позицию отбили. А где же там этот дрифт поединок-то? Ну да, конечно, нафига думать о том, что тут есть я, блин. Ох, сразу столкновение. Я, если честно, не успел посмотреть на карту, я не видел, что здесь такой поворот матчный. А главное, что я первый, остальное все фигня. Люто, блин, очень люто, очень неаркадная физика. Тут нахер не нужен никакой режим реализма, он скорее делает ее дефективной, эту физику. Там невозможно ездить становится ни на геймпаде, ни с рулем. В обычном варианте тут, конечно, очень все неплохо. Физикой нужно хорошо рассчитывать скорость входа в поворот и понимать, на каком автомобиле ты едем. Так вот, где поединок дрифт? Мне вот интересно. А я его что, прогавал? Что-то он белый у меня показывает. А не, нифига, вон он будет. А что он белый тогда, а не золотой? И сколько там очков надо набрать? На ТТ-ке, надо на ручнике хорошенько подрифтить. Вот он. Давай! Блять, она не дрифтит нифига. Ну тут есть еще поворот, если меня, конечно, сейчас не напортачат. Да блять, ну не дрифтит. Бред! Дергаешь ручник, ни хера не про... А! Полный привод, понятно. Я, кажется, догадываюсь, почему была проблема. Нет, она нифига не идет по носу. Говно какое-то, я еще и сливаю гонку. Нет, нихера, мы делаем рестарт. Это вообще нифига не профит. Я не понимаю, как на этих машинках можно сделать дрифт, если они тупо не идут в занос. Вот просто не идут в занос. Как это сделать? Еще и с этими упырями, путающимися под ногами. Ну, пацаны, вообще, ребята. Так, опять красивые тоннели. Но с перепадом высоты и поворотом. Воу! ТТ-шка. Носится туда-сюда. Люто, да, ребят, люто. И вы скажете, это аркада? Когда ты так вот ошибку допускаешь, и все. И финито ля комедия, Вася. Ты просто слился. Мне кажется, кстати, что я не успею за 3 минуты 18 секунд после такого фейла. Охрененно сложная физика довольно-таки. На ТТ-ке, чтоб я ее не поймал. Гран-туризма это, кстати, маловероятно было бы, честно говоря. Там я машины ловлю практически на бляха. Писец. Ха-ха, рестарт. Фух, жестко. Ну, поехали, блин, на обычный механик. Может, с ней мне будет удобнее задрифтить.
Юрочку. Так, ТТшечка, ты как тут поведешь себя? Очень напряженные гоночки. Так, чтобы ни с кем не столкнуться. Так вообще. Блин. Я реально уже боюсь, чтобы машину за нос так не пустила, потому что невозможно, невозможно ее поймать. О, Вася, Вася, осторожно, ты очень рискуешь. Охрененно. Кстати, а скорость-то как здесь чувствуется, реально круто. Мы сейчас едем 230. Бля! Я не могу совладать здесь за носом вообще. То есть, если машину понесло, все. Это все. Таким слайдом, слайд за носом, да. А серьезным, ни хрена. Подвинь булки, блин, тут я еду, ее твою мать. По обочине она не едет, ни хера. Бах, опять в том же моменте. Капец. Очень сливаюсь я. Хардкор в чистом виде, отвечаю. На таких дохлых машинах и так геморно это все проезжать. Дальше там будет вообще просто. Ах, тун. Воу-воу, пацанчики. С 245 идем. Ха, я реально боюсь, как в натуре, знаете, такой скорости. Пролез. Машина, когда раскачивается, это реально стрёмно. Давай, ну, блин. Я слился опять. Еще и свет моргнул. Ой, короче, ребят. Придется оперировать в следующей серии. Говно, надеюсь, хоть геймпад ты хоть не отвалился, твою ж. Опять монитор, блин, тухнет. Из-за конченного света. Everything's ok. Окей. Едем нахер. Придется перепроходить эту гонку, ребят. В следующий раз не на ТТ, а на какой-нибудь РС-5, наверное. ТТ, ну блин, ну совсем не дрифтит. Все мне дрифтит, я хоть время-то возьму, интересно. Три 15, я еще и время не беру. Еще и не первый прихожу. Нет, могу прийти первый. Давай, 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 нихера. Все, это клиника. Это клиника, это жопа. Жесть. Реально жесть. Одну звезду всего лишь мы взяли, и это отстой. Полный отстрел. Мне даже не верится, честно говоря, что тут настолько все геморно. Как бы драйв-клап, ну драйв-клап, аркадка, аркадка. Тут смотрите, как она жопу-то рвет. Будем перепроходить, ребят, но об этом уже будет в следующей серии. Сегодня будем как-то закругляться. Крутая игра, очень сложно. И дальше будет, конечно, там еще все веселее намного. Хотя, вы знаете, что я хочу сказать? Я играл же в эту игру на геймпаде. Намного легче на геймпаде, чем на руле. Тут на руле совсем другая физика включается у игры. И что поймать, я вам хочу сказать, но вы сами видели. Пошел в занос, все. Как говорится, перекрестились и думаем, чтоб не разбились, если бы в натуре так было бы. Ладно, ребят, короче, на этом у меня на сегодня все. Вам спасибо за просмотр. Всем пока.